Сегодня 4 января 2015 года. Проверяем на новом пропеллере. Сейчас будем проверять тягу. Вот так все в чехле выглядит. Привязали две веревочки. Не знаю, хватит или нет, но я думаю, что на 100 кг хватит. Вот такая фигулька у нас тут существует под названием динамометр китайский. Ну, я не знаю, если снегом не запорошило все, вода не сильно попала, то может удастся и запустить все это дело. Это у нас главный пилот Александр Николаевич. Расчехляет аппарат. Снежок у нас, да, вот немножко нам подкачал, сыпет такая порошка. Вот, ну из приборов, которые у нас мокнут, мы выяснили, что у нас только тахометр. И, в общем, и все. А, и тот динамометр. Во. Так, это уже все там насыпало. Хватает. Тахометр еще пока стационарно не поставили. Только вот экспериментируем еще. Да, профиль у него маленько другой. И крыло меньше вообще. Да, короче он. Короче он. Ну, это должен, обороты должен, наверное, хотя бы выдавать. А то у нас было там 4000, а должно 5500 быть. Ну что, там так. Контакт еще найти надо. Есть контакт. От винта. От винта. Бегай, дружок. Ну, маловато. Я тоже заметил. 9700.